Всем салам, братва. Дед, короче, со мной выехал, вот он. А остальных я здесь знать не знаю. Странники, вражины какие-то. Евреи тут. Посмотрим, что сможем, то и сделаем. Крым, короче, вот Крым, друзья, блин. Как назло, не падает ничего. Вот это другое дело. Ну вот так, евреи пусть отдыхают. Первый ПП такой. Едем дальше, если запустит, поедем, повоюем, я не знаю. Здесь уже поинтереснее. Короче, здесь мой друг. Вот он. Я тебе ничего не дам вывести.
кроме азота тут ничего нет. Вот так тебе, Вик, под пандуся на цифее. Всем спасибо.